Здравствуйте, компания Red Power предлагает вашему вниманию автомобиль Hyundai i40 свеженького года, куда будет установлена магнитолка Red Power 18173 на андроиде. Вот она в это место у нас встанет, заменит вот эту часть. Данная комплектация у нас обычная, со штатным USB, со штатным Bluetooth. Штатный микрофон мы сохраним и также поставим камеру заднего вида, которая будет установлена. Сейчас вам покажу. Установлена вот вместо вот этой вот заглушечки. Так у нас выглядит магнитолка, которая будет установлена. Вот, и далее я вам расскажу, покажу, как что будет работать. Итак, вот установили магнитолку 18173 на Hyundai i40. Как видите, встала она, в принципе, идеально. Подошла по цвету от нижнего и верхнего пластика. То есть и там матовая. Все очень ровненько, красиво. Даже штатные кронштейны перекрутились. То есть, как бы, очень, в принципе, хорошо встает. Вот. То есть микрофончик, как я уже говорил, стоит у нас штатный. Проверили, все по разъемам подходит. Ничего дорабатывать, допиливать, доделывать не надо. Вот у нас радио. Играет очень неплохо, мне даже понравилось. То есть без усилителя комплектация простая. Сейчас что-нибудь включим. Хорошо играющая. Кнопочки руля также все обучаются. Все стандартно, все полностью, все работает, то есть как должно быть. Дополнительно в бардачок вывели дополнительный USB и iPod, iPhone, кабелечки. Камера заднего вида, сразу же покажу вам сейчас, как показывает. Вот у нас картинка с камеры, как вы видите, видно даже номер, видно край бампера. То есть обзорность хорошая. Сейчас я вам покажу, как это визуально на автомобиле выглядит. Вот у нас камера, как видите, встает в заглушку штатного места. То есть идеально ровно, идеально плотно выглядит. То есть, в принципе, очень хорошо. Вот, как видите, ничего не видно. Как оригинал, то есть в оригинальную заглушку, где стоит штатная камера. Подсветочка также соответствует. И она у нас, вот она у нас загорается синеньким, так же как все синие приборы на этом Hyundai. Ну, в принципе, аппарат радует на этом автомобиле. Встает все очень идеально. Пока что на этот автомобиль мало чего есть, так что это достойный вариант. Мой номер телефона 8-906-253-5377. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, связанные с установкой. С вами была компания Red Power. До свидания.